понедельник в Самарской области солнечно, без осадков и морозно. Минус 13, минус 17 градусов днем, ночью 17-19 ниже нуля. Северный ветер подует со скоростью 1-3 метра в секунду. В Сызрани безоблачно, в дневное время минус 13, ночью 14 с минусом. Ветер северо-западный 1 метр в секунду. В Тольятти ясно, днем минус 15, ночью 16, ниже нуля, северный ветер 1 метр в секунду. В Самаре солнечно, днем минус 16, ночью 19, ниже нуля, северный ветер 1 метр в секунду, атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 70%. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gizmeteo.ru.